возвращение шедевров. Концерт под таким названием состоится в Ульяновске в ближайший четверг. Ульяновский государственный симфонический академический оркестр губернаторский исполнит музыку за пределами популярной классики. Мировая музыкальная культура хранит много тайн, шаг за шагом открывая современным слушателям все новое богатство. К сожалению, даже поклонники классической музыки до сих пор не знакомы с множеством забытых имен и настоящих шедевров. Ульяновский симфонический оркестр губернаторский под управлением Сергея Кисса исполнит произведения Оренского и Бруха. Эти композиторы принадлежат к разным национальным музыкальным школам, но их объединяет уникальность, красота и самобытность. Есть те произведения, которые знают практически все зрители. Погруженную в музыку, менее погруженную в музыку, заядлые меломаны или только начинающие любители. И как-то так сложилось, что очень часто публика и идет на знакомые сочинения. Но исторически мы понимаем, что те или иные произведения, они стали популярны только зачастую волей случая. Существует большое количество музыкальных произведений, не менее гениальных, чем та классическая музыка, которую знают все. Но по ряду причин такая музыка была незаслуженно забыта и пока не стала известна широкой публике. Например, произведения немецкого композитора и дирижера Макса Бруха долгие годы были забыты по политическим причинам. Понятно, что Бруха обвиняли евреям, хотя он таковым не являлся, и его произведения были просто забыты. И фактически сейчас эти произведения открываются. Симфония – вообще малоисполняемый материал. Эта музыка только начинает звучать и еще не вошла в модный тренд. Но через несколько лет ситуация может измениться. Третья симфония Бруха и третья сюита Оренского благодаря исполнению Ульяновского симфонического оркестра сможет завоевать любовь и признание слушателей. Музыканты оркестра с радостью готовятся к концерту и уже успели полюбить музыкальные произведения, которые будут исполнены многими из них впервые. Ну, эта программа вообще новая. Вот и симфония, и сюита исполняется мной впервые, как и большинство в нашем оркестре. Эти произведения относятся к таким малоисполняемым, то есть редко исполняемым. Но программа довольно-таки интересная, очень приятно играть. Ульяновский государственный симфонический оркестр губернаторский реализует важную миссию, открывая зрителям музыку, которую они никогда не слышали. Поклонников уникальных классических произведений ждут на концерте 14 октября во Дворце творчества детей и молодежи. Валентина Никонова, Юрий Ломатов, Улправда ТВ.